Приветствую вас, правда заключается в том, что парень, да, просто парень, каким бы он ни был, он либо воспримет вас всерьез, либо не воспринят вас всерьез. И это не зависит от секса как такового. И если человек, конечно, личность зрелая, здравая, да, вот, не зависит абсолютно. Как бы вам это нужно понимать. Вам нужно понимать, на основании, на каком основании вы хотите выстраивать отношения с мужчиной. И, конечно же, в сексе лучше демонстрировать себя сразу, потому что мужчины бывают разными, и если вы будете вести себя по-разному в сексе, то это может мужчину, ну, выбить его из равновесия, просто-напросто, понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому я думаю, что то, что вы задумались, по поводу того, что он подумает и так далее. Да? Вот, это скорее вопрос вашей неуверенности в себе. Вот. То, что вам говорят другие люди, это, ну, совершенно абсолютно неприменимо к вам. Вот. Потому что, значит, не они занимаются сексом, понимаете, не они, а вы занимаетесь сексом, ну или будете заниматься сексом, да, и, соответственно, как бы, они могут говорить что угодно, да, но как бы тонкость здесь именно в том, что это ваша ответственность. Исключительно. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что я думаю, что зря вы слушаете кого-то из людей. Вот. Зря вы прислушивайтесь к ним, потому что, ну, объективно, как бы это не их дело, вот, понимаете? И если вы будете их слушать, то получается, что это будет уже не ваше поведение, а поведение, ну, кого-то другого,
какого-то другого человека, понимаете? Вот. Так что здесь, мне кажется, вы не правы. Дальше. Слова страстно, активный секс, это все нужно и необходимо, потому что иначе мужчина просто не, ну, еще раз повторяю, будет вопросы. Вот. А что касается того, значит, посчитает ли вас девушкой легкого поведения или нет, то можете мне поверить. Можете мне поверить, что если мужчина захочет, да, он вас посчитает девушкой легкого поведения. Если он захочет. Если не захочет, то есть если вы себя проявите сперва как, ну, личность, как человек, ему даже мысль такого в голову не придет, то не посчитает. Наоборот, это будет очень приятно и здорово, ему что вы такая страстная, это уже отлично. Ну вот. Но, на мой взгляд, ваши переживания связаны с тем, что у вас какой-то вот идет запрет на, ну не знаю, на получение удовольствия. Секс. Плюс ориентирование на общественное мнение. То есть вы ориентируетесь на мнение людей, не на себя, да, не на свои желания, а на мнение людей. И вот этот момент, на него нужно обратить внимание. Потому что если вы не уверены в себе, то это будет давать о себе знать в дальнейшем вам. Знаете, какая штука. Вот. Вот, в принципе, и все. В остальном мои коллеги вам уже сказали. Если вы не будете в отношениях, то в том числе и в сексе, сами собой, то ваши отношения не сложатся. Отдельно хочется упомянуть то, что вы расстались уже с парнем после 6 лет отношений. Значит, у этого были какие-то причины, вот, и, соответственно, нужно эти причины разобрать, чтобы вы, вероятно, не повторили ошибок своих, которые допустили вот с ним. Как бы. Так что вот, в принципе, такая вот история, такой момент. И мне думается, если вы хотите разобраться в этой ситуации как следует, то вам нужно выбрать себе психолога и взять 1-2 консультации для разбора всего того, что я сказал. Вот. Ну и задайте себе главный вопрос, почему для вас так важно, что подумает мужчина. Да, то есть, опять же, вот если вы хотите произвести впечатление на человека, да, то самое лучшее впечатление – это раскрыть себя. Это показать, какая вы. Чтобы сразу увидеть, человек принимает это или нет. А когда в отношениях люди пытаются сначала там быть такими, какими их хотят видеть, а потом только раскрывают себя, то получается диссонанс. И в итоге отношения могут разрушиться. Знаете? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.